Мен колам тугуданы бахар бат дыбар мигина соқ симбит биллер дир чича сонна сыхай дебил. Джинга бибар сочонлук элба биремени уанна сыран сылбаны ылбат эбенес. Кас билди ки хикелер кескелин уанна инники көлөнага нус кас жүгөй олго багарар боллагана же оны түстерге эппетнестакем тоскойдда. Анан иччат өйдө эн инники көлөнөн олгон тутуурга быхатчы кыттыгастаакын. Анан дойдубут тугар коласты такыхай. Избирательное право – это не только галочка в бюллетене напротив имени того или иного кандидата. Это проявление любви к родине, а также своей гражданской позиции. Поэтому подходите к избирательному праву с большой ответственностью. Сегодня мы можем повлиять на государственную политику, продвигая свои решения, инициативы, проекты, находясь в прямом диалоге с правительством, чувствуя поддержку и опору государства. За нами будущее нашей страны. Государство өттүттен өйөбүллер ипотека, чолан, угу келинге ипотека, үгүз жон желенергер оттанергар төхүү күз болла. Биринге кемге жарыктанар услубия бар болан, улус элбех, бусака хэрегер, спорт түрінге, хайддан хэр, онната улус кейнергер, кораттарга, анығылы типтэх, топсағай көстүлэх, спорт комплексар үліға кейділер. Онан сылттан сыл, спортның жарыктанар кей ақсана саға хэрегер. Ого жоғырын бары түмен сайын нарыйға тұғыланар өйрәқтәйі националы бірек ұлыққа керейді сақабыт сирин ұлыстарығар саңа сқолалар, ұхуянлар тұтулалар, материалны техническай базылары бәғіргүр, ұхуячылар тағымларын үрдетіге ұслобия барытта тәрелілер, онна өйрәқтегер саңа өйрәқ немалара сатабыллара керелілер. Тұрғыбе қарысты бұла националы бірек жәтшетінен кәлінге 5 ылға дөйтөтінен Кемесох Альбех медицина объектора Улига Кирдилер. Сегодня молодежь Якутии как никогда имеет широкие возможности для профессионального роста и самореализации себя в любой отрасли. Тесиригер, олох таким мягких сайдер, сыллата саноскололар, ухуяннар тутулалар, ойчат сөбүлен олох суяр. Арасыя бая, кас бирди олохтох омук, дерин бай культуратыгар, сирин томун үгестерин илде халжаргар, онны билен турар, келер, кенагаскы көлөнөгө ону карстабыллахтык дердиригер. 15 марта по всей нашей стране откроются избирательные участки и начнется трехдневное голосование по выборам президента России. Это 8-е выборы главы государства, что показывает неизменность одного из основных принципов демократического государства – регулярность выборов. Мы с вами будем решать, кто возглавит нашу страну на ближайшие 6 лет. Нам, гражданам России, нужна сильная страна, сильной и ответственной властью. Властью, способной держать удар и принимать верные решения. Властью, вместе с которой мы продолжим возрождение России. В ситуации внешнего давления необходимо объединиться, проявить гражданскую активность. Сегодня каждый голос решающий. Мы голосуем за будущее России. Вместе, только вперед! Кескельбит тугугар бирге!